из вас, родителей, работает на разведку. В этом году Екибастузское каменноугольное месторождение отмечает еще одну круглую дату. 100 лет со дня рождения своего первого угольного генерала Станислава Павловича Куржея. Наш знаменитый земляк как-то признался, что и не думал о том, что судьба преподнесет ему такой подарок. Сначала был строителем разреза, а затем стал его первым директором. 9 очередей богатыря вводились в строй в течение 9 лет, 6 из них при его непосредственном участии. С первых дней это уникальное с точки зрения масштабов угледобывающее предприятие получило статус самого крупного в мире. Станислав Павлович за выдающиеся успехи в труде и огромный личный вклад в развитие бассейна удостоился высокого звания Героя социалистического труда. Являлся лауреатом Государственной премии СССР, кавалером 2 орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Достык, полным кавалером знака «Шахтерская слава» и других наград. Ему было присвоено звание почетного гражданина Павлодарской области и города Екибастуза.